Инициативная группа кирчан мечтает построить в городе конный центр. Пока у них есть территория по улице Шевякова, несколько ангаров и три лошади. Своими силами они расчищают бывшие коровники, латают в них текущие крыши и закупают сено для животных. Мы делали крышу, потому что там был сорван шифер, мы его сделали, чтобы он не тек. Убрали оттуда грязь всю, мусор весь. Также зачистили чуть-чуть территории. Кирчане думают о том, чтобы в будущем конном центре дети и их родители могли проводить свой досуг, общаться с животными. В планах открыть такое направление, как ипотерапия для детей-инвалидов. Здесь будет реабилитационный центр для детей-инвалидов. Как вы будете работать с этими детьми? На платной основе или какие? Бесплатной. На бесплатной основе. На бесплатной основе. Для того, чтобы специалисты реабилитационного центра, работающие с детьми и молодежью с функциональными ограничениями, дали свои рекомендации, они были приглашены на территорию будущего конного центра. Наш центр был бы очень рад, если бы в городе появился такой подобный центр для ипотерапии и общения у наших подопечных с лошадьми. Самое главное, нужно оборудовать помещение для занятий ипотерапии, куда должны входить раздевалки, умывальники. Мы должны продумать, как мы будем оказывать медицинскую помощь. То есть должен находиться медик, психолог желательно. И, конечно, человек, который знаком с ипотерапией, непосредственно контактирует с лошадьми. Также для занятий ипотерапии, для такой категории, которую представляем мы, нужны специальные подставки, специальное снаряжение. До того момента, как в Керчи появится конный центр, еще не скоро. Пока владельцы трех упитанных лошадей по кличкам Белка, Индиго и Яныш самостоятельно делают первые шаги к воплощению мечты в жизнь. Они приглашают всех желающих прийти им на помощь. Работы ведутся, но наших сил, непосредственно наших, их мало. И, конечно, если бы были волонтеры, добровольцы, мы с радостью примем любую помощь абсолютно. Начиная от стройматериалов и даже заканчивая субботником обычным, это очень большая помощь. Те, кто желает поддержать инициативу кирчан, могут обращаться по телефону 095 73 85 984. Алла Викторовна Пироженко.